Словно на плацу, по стойке смирно, в первых рядах руководители главных правоохранительных ведомств края. Неспроста всероссийский боксерский решили посвятить памяти погибших коллег. Я полагаю, что именно проведением такого турнира мы лучше всего будем сохранять память. За себя постоять, технику других посмотреть, в Барнаул на целых 3 дня приехала почти 1 сотня боксеров. Это исключительно земляки со всего региона. Звали гостей из Казахстана, не приехали. Звали соседей из Сибири, те тоже отказались. К стандартной причине нет денег, на этот раз добавилась еще одна – холода. Здесь уже некоторые ребята, которые буквально там пару лет назад были начинающими, да, можно так их было назвать. Сейчас они уже показывают довольно-таки приличный бокс уровня края, где-то даже уровня Сибири. Поэтому я думаю, что и данный турнир, он и развивает их дальше. Претендентов на золото разделили на 2 группы по возрасту. В первой те, кому 17-18 лет, во второй 19 и старше. Вот эти ребята в шлемах самые юные из участников. С одного ринга на другой за пару дней такой плотный график у некоторых боксеров. После уже не до слов. Да, соперник ни о чем, просто дело в том, что сейчас мы перед этим ездили на Дергунов турнир, там 2 тяжелых боя выиграли, сейчас как бы не до восстановления. Это были так называемые предварительные бои, на завтра запланированы финалы. Именно тогда станут известны имена тех, кто умеет быстро защищаться и сильно бить не только по грушам. Кирилл Политов, Алексей Фризин, наши новости.